Hello, hello! Привет, привет! На русском и на английском, девочки. Вы, наверное, меня никогда не видели в таком ужасном виде. Но что-то мне было сегодня... Я сегодня целый день, если честно, была вообще не накрашена, только там уже попозже, ближе к вечеру подкрасила ресницы под водку, да, потому что были на воде. Как бы отдыхали и не очень-то хотелось краситься сегодня. Когда муж рядом и краситься не хочется, ничего не хочется, если честно. Хочется отдыхать и наслаждаться своей семьей, да? Девочки, меня сильно не пугайтесь. Я сейчас буду вам покажу обалденную маску от компании Unique. Потому что меня есть девочки спрашивают, к чему она, что это такое. Это новый у нас продукт, вообще абсолютно новый. Девчонки, привет, не пугайтесь меня. Вот, это новый продукт в компании Unique, маска, золотая маска. И я сейчас буду ее намазывать на свое лицо, показывать, как ей пользоваться. И с чем она такая вообще замечательная, призамечательная, да. То есть я не пробовала, я только видела хорошие рейтинги, хорошие видео, я ничего не пробовала. Я открываю ее перед вами, это новая вообще абсолютно маска у меня. Вот, и буду вместе с вами, скажем так, пробовать. Ой, подождите, я перепутала эту маску с другой. Вот она, новая у меня маска. Называется она, мне кажется, две другие маски. Называется она Brightening Mask, то есть, что она делает? Она вот такого золотого цвета. Я сейчас вам покажу цвет. Просто обалденный, мой любимый. Я обожаю, вот если, например, выбирать из золота или белое золото, конечно, я выберу по старинке золото желтого цвета, потому что я считаю, что это классика, это очень красиво. Я даже не знаю, как вам показать, она вытечет здесь, да? А пахнет обалденно. Я даже, если честно, не нюхала, представляете? Она мне только пришла вчера, и я решила сделать видео сегодня, если у меня получится, потому что в планах было совсем другое, получилось другое. Получается, что я сейчас имею возможность вам это показать, как она вкусно пахнет. Так вот, девочки, вот эта маска, я сейчас ее нанесу на лицо. Это новая вообще абсолютно маска. Вот, например, видите у меня, да, от солнца, у меня есть пятна здесь от солнца, там, у меня веснушки. Кстати, у меня черные волосы, но у меня есть веснушки, это очень-очень смешно. Вот, это было всегда смешно, меня всегда все спрашивали, а у тебя что, волосы рыжие, что у тебя веснушки? Я всегда говорила, нет, у меня волосы черные, да, у меня, то есть, у меня натуральные свои волосы черные, вот как мои брови, да. Вот, и всегда было смешно, что у меня вроде бы волосы черные, да, а веснушки по всему лицу. Ну, приходит лето, и у меня появляются веснушки. Никуда от этого не деться, да. Я их терпеть не могу, мой муж их обожает. Вот. Так вот, если у кого-то там пятна, да, там, особенно после лета, нам нужно осветлять как-то больше, очищать наше лицо. А что делает эта маска? Эта маска осветляет, то есть брайтнинг вашего лица, она подтягивает ваше лицо, да, то есть хорошая упругость дает вашему лицу и очищает ваше лицо. И как бы поры очищает, но заодно и поры уменьшает. То есть ваши поры уменьшаются. Особенно у кого очень открытые большие поры, да, есть такие типы кожи, да, то есть она очень хорошо помогает при вот таком, как бы, при вот таких, как бы, проблемах. Я сейчас ее нанесу. У меня кисточка не специальная для этой маски, у меня есть там своя кисточка, да, но я ее нанесу и просто покажу, как она работает. А с этой маской вообще идет другая специальная кисточка, она продается, конечно, отдельно, кисточка, потому что это как аппликатор кисточки. Она стоит всего $15, та кисточка, да, но я сегодня использую свою. Да-да-да-да, мне страшно. Я сейчас буду это делать перед вами. Это очень-очень страшно. Я не знаю, как у меня получится ее нанести. Вот, наносите, я начну наносить ее от носа. Девчонки, всем привет, кто не спит. Посмотрите на вот это безобразие здесь, что я здесь творю. Новая золотая маска. Обалденно пахнет. Такая приятная на ощупь. Это вообще просто, я даже не знаю, как это передать словами, да, то есть вы наносите вот так слой по всему лицу, она такая жиденькая, по всему лицу наносите, сейчас будет очень смешно, и сидите с ней 15 минут, мне надо будет с ней посидеть, пока я 15 минут буду сидеть с ней, я вам расскажу, как можно приобрести за $100 кучу-кучу продукции в одной красивой большой сумке, сейчас, секундочку, нанесу. Такой приятный. Вы знаете, такой, когда вы наносите, особенно сейчас, например, может того, что когда на солнце целый день, лицо такое чуть горяченькое, да, и вот наносишь эту маску, такой идет холодочек по лицу, так приятно вообще. Сейчас, может быть, и дочке своей. Евочка, иди сюда!
Она так всегда мне мечтает. И говорит, мам, носи мне тоже маски. Я хочу, как ты, говорит, маски наносить, там пробовать всякое-всякое на лицо. Сейчас мы ей нанесем тоже маску, и мы вам расскажем наши ощущения. То есть приятная очень на ощупь. Смотрится она, конечно, фантастично. Вот, то есть глаза, видите, я под глазами обхожу стороной, под глазами мы не мажем, мы идем по всему кругу. Именно там, где, скажем так, мы хотим, чтобы очистилась. Ева! Очистилась, хотим там, чтобы где осветлилась, да? Сейчас я намажу по всему лицу. Вот так, по кругу. Доченька, ты хочешь маску, мама тебе нанесет на лицо? Хочешь? И будем вместе пилинг-ап делать. Иди сюда. Ой, смотрите, волос сейчас мой тоже будет в золоте. То есть очень приятная маска. Наносится так приятно. Вообще, девчонки, передать не могу. И я сейчас, когда нанесла эту... Закрывай дверьку. Нанесла вот эту маску, я должна подождать ровно 15 минут. И потом я ее буду пилинг-ап, как сказать, снимать, да? То есть сбоку я начну ее снимать. И аккуратненько буду ее снимать. Посмотрите на это. Фантастичный лук. Как я вам? Очень гламурненько. Эта маска новая. Ее не было. То есть совершенно новый продукт. Иди сюда. Сейчас я свои дочки тоже нанесу. Ну что, поближе тебя видели. А ты волосы можешь убрать, собрать? Она вечно стесняется. Все стесняется. Что стесняться? Что стесняться? Мне вообще все равно. Так, сейчас я сюда нанесу. То есть все места ваши, где вы хотите, чтобы у вас было... Более чистая кожа, осветленная, да, наносим. Глаза краснючие. После воды и солнца так всегда. Так, как мне камеру повернуть на тебя или что? Я не понимаю. Никак не надо. Не надо. Давай сюда иди, чтобы тебя видели. Ты же хай, всем хай. Давай мы тебе тоже нанесем и посмотрим, как это будет выглядеть. Скажи свои ощущения, когда я наношу. Приятно или нет? And it's cold. How about the smell? It smells like hand soap, the lemon ones. Lemon, но не hand soap, а просто как цитрус, да, как будто цитрусовые вот эти всякие. Только я не знаю, как ты будешь сдирать. Опять скажет, мама, помоги. No. Сейчас мы нанесем. То есть ощущение очень приятное. Вот я сижу сейчас с этой маской, не щипит лицо, ничего. Поверни сюда, чтобы тебя видели, как я наношу. Лицо туда, полностью лицо туда. Туда лицо. Не щипит лицо абсолютно никак. Сейчас я подождите. Вот так и... Сейчас как намажемся, как не снимем, но тогда будет очень смешно. This is like your, the next level of your golden obsession. Это как like... это? Как это понять? Это like... Я тебе на лоб не нанесу, чтобы не было too much, а то ты эту, мне кажется, будешь 3 сутки снимать. Потому что... Все, посмотри сюда, две будут с масками вот такие на лице. И теперь мы подождем ровно 15 минут. Ева, ну поставь мне, ты со временем дружишь, поставь мне 15 минут, и мы будем peeling off that mask. И посмотрим, как будет вообще будет выглядеть кожа. Сколько минут? 15 минут. Я сейчас это вот так все вытру. Мальчишкам, может, тоже надо, а чё нет? Да, правильно ты говоришь, Ники, а чё нет? Вот я дочке, я 11 лет, я нанесла, сейчас посмотрим. Пахнет вообще обалденно, девчонки, просто-просто супер. Я потом просто салфетку возьмите для макияжа, просто вытерите, скажем так, с щетки все, что есть. А чтобы, например, почистить щетку, чтобы она была вся чистая, мне очень нравится от компании Unique, у них есть такая брызгалка, вы просто брызгаете так вот. На нее, да, вытираете, сухое полотенце вытираете, сейчас покажу, и она будет полностью абсолютно новая, чистая и готовая к использованию. Сейчас я вытру все, и она сухая сразу, то есть она не мокрая, а сразу такая ластица, такая сухая, сразу можно использовать. Ладно, все, девчонки, ты можешь идти, придешь маме, расскажешь, когда будет 15 минут, мы можем с тобой снимать. Ну, забери себе, чтобы маме здесь не шумело, давай. Ну что, приступаем. Итак, девочки, я только что вам сказала, что я покажу, что находится в сумке за $99. Как смешно мне на меня смотреть. Спасибо большое. Я, кстати, замечаю, что она чем взрослее, тем больше... Да, она становится похожа на меня, но она на мужа очень похожа. Она вроде похожа на меня,
но ее характер, ее, скажем так, образ, вот если они вместе с мужем, она не очень похожа, да, но она молодец, послушная девочка, в этом мне нечего сказать, мне только ее хвалить надо всегда. Вот, что я говорю. Девочки, сумка за $99. Есть девочки, которые уже купили. У меня купили подружки, у меня купили знакомые, даже с Фейсбука. И очень-очень-очень нравится. Чем нравится? А тем, что вот в этой сумке за $99, посмотрите, в ней идет продукция на 400, то есть валю этой продукции $400. То есть если бы вы по отдельности все покупали, это было бы $400, да? В этой сумке идет все за $99. Что вы имеете от этого? Во-первых, у вас есть 26, скажем так, наименований продукции, что лежит в этой сумке. Во-вторых, у вас есть $20 кэш, они дают вам Y-кэш, это называется, как кредит, который вы можете использовать в течение, скажем, года на любую другую продукцию, то, что вам хочется, да. В-третьих, у вас есть шанс, скажем так, делиться со своими подругами, друзьями то, чем пользуетесь вы, почему оно вам так нравится, и за это еще и получать денежки, да, то есть мне кажется, это вообще супер-супер-супер, а почему бы и нет, то есть если кто интересуется, как зарабатывать денежки, красиво выглядеть, дайте мне знать, я всегда вам помогу, расскажу степ-бай-степ, как это именно делать. Вот, и еще что у вас есть, конечно же, сайт свой, куда вы заходите, вы делаете очень классно то, что мне нравится, что когда я подписалась в эту компанию, взяла вот эту сумочку за $99, то, что мне нравится, то, что я могу делать пари, там написано host this party, это называется пари, я нажимаю туда и делаю это пари примерно на 10 дней. И когда я покупаю что-то от этого пари, вот я себе купила, и мне через 3 часа сразу идет возврат на мою карточку, скажем так, идет мне и кэш, а еще мне идет, там сразу я собираю себе деньги на бесплатную косметику. Это может делать любой, кто подписан за $99. То есть помимо того, что вы можете зарабатывать денежки, да, вы можете для себя, даже если вы не хотите работать, абсолютно это не ваше, потому что практически все мои подружки, но это не ихние, да, они все, что делают, они чисто пользуются. И очень классно вот делать такие пари. Я даже покажу, как после этого я, наверное, зайду на компьютер, покажу, как вы можете это делать, да, и просто иметь себе даже просто бесплатную косметику. Тоже делаю я, и мне очень-очень нравится. Пока я еще могу говорить, потому что маска засыхает, и так вот у меня лицо уже, у меня уже губы так в трубочку складываются, сейчас я вообще не смогу говорить. Пока я могу говорить, улыбаться тоже нельзя. Я расскажу, что идет в сумке. Для меня не улыбаться, это очень-очень тяжело. Так, девочки, в сумке идет. Первое, туда идет маска. Сейчас я вам покажу, какая маска. Когда я подписывалась, ко мне пришла маска. Обалденно, у них запахи масок. Вот вам хочется ее скушать, если честно. Так, так вкусно пахнет. Вот такая маска мне пришла. Это маска именно эксфлоутинг, чисто очищающая маска. Да, мне тогда такая маска пришла. В данный момент приходит маска вот такая. Сейчас вам покажу. У кого жирная кожа, приходит вот такая маска. Она выглядит вот такого цвета. Кстати, я ее не нюхала, первый раз нюхаю. А вот у нее запаха нету. То есть вообще не пахнет ничем. То есть чистый такой запах. Она зеленая. И эта маска чисто Oil Control. Да? То есть она очищает именно... Прям написано Oil Control Mask Sebo Regulator. То есть Sebo это значит жирорегулировщик, скажем так, на лице. Да? То есть именно ваше лицо, оно как бы контролирует ваш oil, который выделяется. Все ингредиенты, чем мне очень нравится, особенно есть девочки, которые очень, скажем так, я, например, такой человек, что я раньше вообще не читала никакие ингредиенты, да, но в последнее время я очень-очень за это такая, скажем так, специфично отношусь. То есть вы заходите на сайт, у меня есть здесь линк, я после этого оставлю линк, я могу сейчас оставить линк, если я смогу это сделать. Вот, но вообще я могу после оставить линк конкретно, где вы заходите на сайт, и там вы смотрите, то есть за любую продукцию, вот что мне нравится, что за любую продукцию там идут, там показаны ингредиенты, там показано, как ее использовать, там показано... Ну, просто детально, понимаете? То есть придраться не к чему. У вас все просто вот, ну, вот как вот на обложке, скажем так, да? То есть просто обалденный сайт, очень легкий, да? Для тех девочек, которые купили сумку и хотят работать, вы просто заходите на My Office, идете там Fast Track, идете тренинг, там настолько все легко написано. То есть, мне кажется, даже не зная английского языка, можно понять. То есть очень-очень-очень easy, да, там написано. Так, идет туда маска. Я не буду горбить свое лицо, а то маска у меня засыхает уже. Я уже чувствую, как я скоро не буду вообще говорить, только глазами хлопать. Продолжаем дальше. Я не смеюсь.
Так, что идет следующее в этой сумке? В этой сумке следующее, когда я подписывалась, этого не было. Beachfront Kisses, моя любимая обалденная штучка, вот такая. Мне что нравится, что в каждой вот тени, у них тени. Девочки, кто вы первый раз подсоединяете? Меня видите в первый раз в своей жизни. Меня зовут Диана. Я занимаюсь, в данный момент занимаюсь косметикой, представляю компанию Unique, да. То есть у меня есть моя группа, которая называется Gorgeous You with Diana. Добавляйте туда, я вас обязательно добавлю. У меня есть тоже другая линия, которая по уходу за волосами. Я занимаюсь и по уходу за волосами. Я делала про это отдельное видео и занимаюсь именно косметикой. То есть у меня все это отдельно. Скинкер, косметика и волосы. То есть я поэтому и написала, назвала свою группу Gorgeous You with Diana, потому что я стараюсь как бы во все стороны помогать и рассказывать то, чем пользуюсь я, и как бы вам тоже помогать в этом. Итак, туда идет вот этот бронзер, Beachfront Bronzer. Цвет просто обалденный. Я его, девочки, наношу, вот, особенно если идете на пляж, да, и как тени, и как хайлайтер, то есть именно вот куда вам угодно. Он даже чем-то похож, этот цвет, с этой маской, правда? То есть везде мультипурпус, скажем так, на лицо, где вы хотите, чтобы блестело вам, да? То есть обалденная штучка. Дальше туда идет две... Вообще там весь набор туши. У них очень много туши, туда идет очень много наборов туши. Девочки, кто будет смотреть это видео, я знаю, что сейчас это мода такая пошла, давайте я тоже так скажу. Кто сейчас смотрит меня, ставьте, что онлайн, а кто будет смотреть меня потом, ставьте, что реплей. Мне очень приятно, тогда я вижу, кто меня смотрел, кто меня... Ну, приятно, да, скажем так, лично. Итак, туда идут вот эти, скажем так, эта компания вообще начиналась из этих двух тушей. Девочки, привет, не пугайтесь меня, хай, Олечка, улыбаться я не могу, потому что у меня сейчас все уже тут вот горит, скажем так. Оно не то, что оно не горит, оно стягивает, да, то есть эта маска для того, чтобы стягивать лицо, более упругое лицо было, чтобы было все хорошо. Так. Эта компания начиналась из-за того, что они придумали вот эту тушь 3D Monstrum, да, Fiber Lashes. То есть это именно для того, чтобы ваши ресницы удлинялись, и ваши ресницы как бы был такой двойной эффект. Золотая Дианочка, спасибо, Феринка, не могу смеяться. Я потом посмеюсь, такой рот открою, как посмеюсь. Подожди. Так, молодец, сыночек, умничка. Все, иди закрой дверь, маме надо дальше делать. Итак, эти две туши. С этими двумя тушами надо чуть постараться, чтобы это накрасить. Да, я вам буду потом как-то показывать. А вообще, как использовать все три можно туши, от которых я, например, без ума. Подождите, найду свою любимую. Моя любимая, куда делась? Вот так. То есть, эти две туши. Идет сначала гель. Нельзя смеяться. Аленочка, приветик. Я, кстати, первый раз... Аленка Третьякова, все понятно. Смеяться нельзя, потому что все стянуло мне уже. Сейчас все потрескается. Вот эта тушь как гель. Я покажу потом, как ими пользоваться. Это файбер. Я честно скажу, очень немногие любят вот эти две туши. Просто не потому, что они плохие. Нет, они классные, они суперские. Девчонки, я с этими тушами тремя могу такие ресницы сделать, да? Просто потому, что к ней надо привыкнуть. Поэтому я как-то буду делать видео и буду отдельно рассказывать за вот эти туши, как их использовать, чтобы именно было, чтобы, ну, как бы объясню и покажу, да. Потому что к ним надо привыкнуть. К ним не всем. Как мы привыкли? Вот, например, почему я говорю, что девочки, которые, скажем так, не любят сильно замудриться вот там тушью, да, купите одну вот эту Unique Monstrum Mascara тушь. Сейчас у них появилась еще такая waterproof тушь, да. Купите ее одну, и она одна тушь за все, просто за все. То есть мои ресницы, девчонки, я красила еще рано утром, да, я сейчас уже просто не обращаю внимания на них, если честно, глаза краснючие. А так, просто села перед вами, как кукушечка, и начала тут рассказывать, да. То есть, а вот эта тушь самая лучшая. Я от нее в восторге, девчонки, просто в восторге. То есть, скажем так, из 10 человек мне только один человек сказал, что, ну, мне что-то не подошло. И опять же, почему не подошло? Если вы один раз накрасите тушь, и что-то вам не понравилось, дайте второй раз шанс. Попробуйте второй раз, девчонки. Второй раз. И знаете, когда вы красите, всегда начните красить вот так. Если у вас чистые реснички, наложите эту тушь сначала на кончики вот так, да? Потом перейдите на другую сторону на кончики. И потом только вот там нож подождите секунд 30. Потом только начните вот так вот именно ее снутри красить. Ну, я сейчас не буду вам показывать, да? То есть вот эти туши все идут в этой сумке. Одна тушь отдельно стоит $24. Вот эти две туши, я не помню, сколько они стоят, но они тоже, ну, дороже они стоят, чем эта тушь. Я знаю, что серум стоит $50. Сейчас вам покажу, где он тут у меня. Серум.
Мой любимый серум. Вот он. Этот серум, который я использую каждый день перед сном для роста ресниц. Каждый день. И я вам честно говорю, меня, я не знаю, постоянно спрашивают, у тебя нарощены ресницы? Я всегда говорю, нет. Вы видите, как я разговариваю? У меня уже все, у меня уже стянуло все. Сейчас будильник прозвенит у дочки, будем снимать. Я говорю, нет, это мои ресницы. Подождите. Мне так хочется смеяться. Так. И мне вот этот серум... Подождите. Этот серум очень помогает, да, очень классный серум, он помогает. То есть вот этот серум отдельно стоит $42, вот мне Олечка пишет, спасибо, Олечка, $42 стоит. И он обалденный, обалденный серум, которым я пользуюсь каждую ночь. Каждую ночь я его мажу, каждую. Его можно и утром, и ночью. И вот Олечка пишет, что 3D маскира стоит $29, да. Когда эта тушь, например, одна стоит, вот эта тушь стоит $24. То есть я вам, который вы, например, не знаете с Юник, вы никогда не пробовали, я всегда вам посоветую, купите вот эту тушь. Купите, попробуйте, посмотрите. Потому что я только могу сказать вау, когда первый раз я попробовала ее, да. То есть $24 она стоит. Так, это все идет в эту сумку. Дальше что туда идет? В эту сумку. Туда идут тени, девчонки. Тени обалденные. Не буду, не перестану об этом говорить. Почему? Когда я подписывалась, это было январь, были вот такие цвета теней. Смотрите, с января, сколько у меня еще теней, да, я крашусь, вы видите меня, ого-го, как я крашусь, да, каждый день, вот, и туда шли вот эти тени, и чем классны эти тени, тем, что в этих тенях уже есть, скажите мне, бейс, как этот, который вы накладываете сначала на глаз, бейс, да, то есть под тени, он уже в них, в серум, как сказать, ай серум, да, можно так сказать, да, он уже в них есть, поэтому очень-очень долго держится, очень долго. Сами тени отдельно, вот так вот наборчик, стоит $52. Они все входят, вот смотрите, сколько я вам наименований уже сказала. Праймер, да, спасибо. Оля, не могу смеяться, подожди. Праймер, а сколько всего я вам рассказала, это все по отдельности стоит кучу денег. Это все вам приходит за $99, девчонки. Даже если вы не хотите работать, да, не работайте. Но сумка обалденная, серьезно вам говорю. Она такая гламурненькая. Цвет, конечно, очень-очень шикарный цвет, да. Вот. Но эта сумка вообще сделана для чего? Эта сумка сделана для того, чтобы, например, я, например, как репрезентатив, да, в Юнике, сложила все сюда, взяла сумочку, пошла кому-то домой, показала, рассказала. Очень удобно с собой собирать косметику, скажем так, да, вот для чего эта сумка. Так вот, вернемся к теням. Тени приходят вот так по отдельности, каждый по отдельности, и коробочка по отдельности. Вы просто эти тени вкладываете сюда. Чем классно такие тени? Тем, что если вы отдельно покупаете только тени, вы можете взять, такая коробочка есть на 8 теней, такая коробочка есть на 25 теней, 25 или 26 теней, да, и вы просто выбираете себе цвета, цветов там просто море, да, то есть вы каждый цвет можете выбирать. Как обычно заказывать, просто набираете Add to Cart, и когда вы нажали на Add to Cart, все тени туда вышли, цвета, и вы просто их добавляете, и все, да. А эти тени мне пришли в подарок. Сейчас, какие тени сейчас? Сейчас есть вот этот цвет, девчонки, цвет просто шикарный. Я без него, мне кажется, я на всех, если вы увидите, я на всех моих, вот когда крашу тени, везде этот цвет, видите, да. Он просто нереальный этот цвет. Он настолько насыщенный. И очень красиво его мешать с золотом. Очень красиво его мешать вот с таким цветом. Сейчас покажу вот этот цвет вам. Вот этот цвет. И когда он ложится, вот здесь, обратите внимание, если ложатся тени, насколько... На руке, конечно, тяжело показать, насколько мягко они ложатся, да. А если вы еще эти тени намочите, скажем так... Все, Ева, время? О, время, сейчас будем снимать. Иди сюда. Намочите эти тени, скажем так, вот makeup setting, да, вот у меня, кстати, брызгалка, вот она должна мне прийти, и вы можете их носить даже как с мокрым эффектом, обалденно смотрится, буду краситься как-то, буду показывать вам, девочки. Так, сейчас я остановлюсь на тенях, и мы сейчас с доченькой снимем этот рефил с $12, девчонки, представляете, то есть если вы берете вот эту вот, купили себе вот эти тени, или она вам пришла в сумке, вы всего лишь за $12 можете себе рефил сделать с любой тени, то есть вообще супер, да. Сейчас мы снимем с доченькой, иди сюда, будем снимать мы с ней маску. Двигайся сюда, что я тебе... Кренджи. Стойте секунду, вот так сделаем. Сейчас начнем снимать, чтобы я могла смеяться. Тут это я даже смеяться не могу. Так, пошевелимся.
И начинаем снимать где-то сбоку. Ева начинает снимать сбоку к себе где-то. Так, вот, видите, начинаю отсюда снимать. Вот, вот, и она будет сейчас выходить. Отходит. И начинаем ее стягивать. Такое ощущение, что я свою кожу сейчас снимаю всю. Знаете, такая старая кожа под низу. Я такая сниму и сейчас буду вуаля, принцессу превращусь. Ждите, сейчас будет принцесса. Посмотрите, какая красота. О, Ева, не снимай, сейчас мы тебя снимем, дочь. Я же снимаю. Смотрите, как красиво снимается. Все, я помолодела на 30 лет. О, подождите. Вау, посмотрите. Реально, как будто кожа сняла с себя. Вот так она в этот, мягкая такая, приятная такая. Подождите секунду. Еще у меня здесь есть. По бокам все снимем. То есть после этой маски не обязательно ничего не мыть, ничего как бы вы не должны делать. Вы просто можете это все вытереть, да? Я, например, сейчас возьму салфетку для макияжа и просто подотру по бокам, чтобы оно легко ушло. И все. И я намажу кремом, мойстерайзер кремом на ночь. И все. И мне нормально. У меня кожа, кстати, не жирная. Поэтому мне очень хорошо делать как бы увлажнение на лицо на ночь, да, то есть у меня все крема на ночь все на увлажнение основаны, не для того, чтобы кожу сушить. Сейчас, подождите, уберу здесь. Что, сняла ты все? Ну, не... все пропустила, не дала нам покайфовать во второй раз, снять это не с лица надо. И посмотреть, как это выглядит. Так, все, я вытерла. Мое лицо, кстати, обсыпано, как раз самый раз было наносить эту маску. Ну что, сняли мы маску. Обалденное лицо, просто, девчонки, такое мягкое лицо, это вообще, это супер. Сейчас я нанесу вот этот крем, мойстерайзер, у меня есть Daily Moisturizer от Unique тоже. Divine он называется. Он пахнет таким как-то чистым таким эффектом, такой чистый у него запах, знаете, и вот мне нравится, что нету сильно таких запахов. Вот, например, у меня муж вообще не любит, если я на ночь ложусь, там намажусь какими-то кремами, еще если на травяной основе, да, я не воняю какой-то травой, ему так не нравится, а вот это вообще ничем, скажем так, практически не пахнет, наоборот, очень-очень приятно. То есть обалденный крем и очень хорошо на лице, как бы, лицо очень мягкое, девчонки, очень мягкое. Я, кстати, смотрела как-то передачу, говорили, вот видите, вот тут, например, вот у меня здесь идет морщинка, как это делать? Берете салфетку, смачиваете ее в теплой воде, в холодной воде, прикладываете ее на лоб, к примеру, подержали там 10 секунд, сняли, и потом надо вот так вот щипать их, представляете, щипать, пока лоб не станет красный, она разглаживается. Все, сделала я этот маску, крем нанесла, и очень-очень классно, очень, ощущение супер, но я не могу вам передать ощущение, я вам только показала, как классно снимается эта маска, да, сейчас снимем это вот волосы, чтобы я хоть чуть-чуть на человека была похожа, даже не знаю, что на моих волосах сейчас там, и я вернусь рассказывать вам, что дальше идет в этой вот коробке, ой, коробке, в сумке, девочки, в сумке, у меня волосы сегодня crazy, так, возвращаемся, что я вам говорила? То есть тени, которые 52 бакса, идут вам в этой $99 в этой сумке. Продолжаем дальше. Обалденные тени, девочки. Опять же, я могу рассказывать, что это просто супер-супер, пока вы сами не попробуете. Вот у меня, честно, подружки, сестра, всем сижу, рассказываю супер-супер-супер. Они слушают меня как вот, например, пока сами не попробовали и говорят, мы вообще, мы в восторге. То есть теперь они уже по третьему кругу заказывают себе там. И как моя сестра говорит, я все хочу, говорить, ну потому что правда, реально классно. Какой у меня прыщ красивый. Классная косметика, да? Дальше продолжаем, девчонки. Что идет дальше в этой сумке? Дальше в этой сумке идет помада. Даже помады здесь идут. Обалденные помады, девочки. Вот эта помада, это блеск для губ. Просто цвет такой замечательный. Я сейчас вам покажу. Сейчас я вам покажу цвет. Называется помадки Lucrative Lip Glosses. Выглядят они вот так. И здесь зеркальце. Я когда первый раз, у меня здесь оно покрыто пленочкой, когда первый раз увидела цвет, думаю, что за рыжий цвет? Ну, как-то мне не понравилось. А посмотрите, когда вы ее наносите на губы, как красиво она смотрится. Сейчас. И настолько приятно на губах, это вообще. Сейчас. Вот.
Вот как она выглядит. На вас она может быть выглядеть по-другому, смотрите. На вас она может быть выглядеть по-другому, потому что кто-то светлее, кто-то темнее, да, то есть все зависит от кожи этого, скажите мне, цвета кожи, да. Мне чем понравилась эта помадка, что у нее есть блеск, то есть там внутри есть блеск, видите, она переливается, и ничего не склеивается. То есть, девчонки, губы остаются такие вот сочные, и ничего не склеивается. То есть эта помада вам тоже приходит в этой сумке, обалденная помада. Дальше что идет в этой сумке? Сейчас я залезу сюда поглубже. Идет вот эта Lip Bonbons, она называется. Это помада. Сейчас я это сотру, вам эту покажу. Это, скажем так, как это называется у нас по-русски? Скажите, для увлажнения помада прозрачная, как мы их называли? Я уже забыла, представляете, как мы их называли? Сейчас я это сотру. Как прозрачная помадка. Ну, прозрачная, а это, например, не прозрачная. Просто увлажняет хорошо губы. Если у кого-то очень сухие губы. Вообще, очень классная штучка, я вам сейчас покажу. Это не идет, конечно, в сумке. Я просто это взяла, чтобы вам показать. Очень классно здесь есть, называется Lip Exfloater. То есть, я не знаю, кто-то пользуется Lip Exfloater, не пользуется. Но я пользуюсь на лицо, и вот купила и на губы, да. Сейчас она не идет в сумке, я просто вам покажу. Я наношу ее на губы, если вот они сухие у вас, да, там. Просто так... Гигиеническая, точно. Но я совсем уже, видишь, уже совсем заамериканилась. То есть вот эта вот помадка, Lip Exfloater, ничем не пахнет. Просто как, скажем так, сладкая такая на вкус. Либо я голодная, и мне сладко на вкус, не знаю, но... И очень хорошо губы, вот, например, если у вас они сухие, да, перед тем, например, как наносить помаду, чтобы не было никакой сухости, очень классная штучка. Потому что вы так берете... Размазали. Хорошенечко. И вытираем. И теперь губы чистые. Очень такие мягкие. Очень мягкие, нету никакой сухой корочки, да? И я сейчас нанесу вот эту Lip Bonbons. У меня, например, цвет называется Red Velvet Cake. А там есть разные цвета. Сейчас нанесу. Пахнет просто супер. Просто обалденно. Сейчас, девчонки. Видите? Такой чистый, получается, такое увлажнение, еще плюс цвет немножко. И очень красиво выглядит. И очень приятно на губах. Супер просто. Это тоже идет в этой сумке. Дальше что идет в этой сумке у нас? У нас идет сюда помадка Splash. У меня помада Splash вот такая яркая цветом. Там идет сейчас другой, там идет какой-то более... Кому-то темненький приходит цвет, кому-то более светлее. Потому что, как я поняла, что иногда приходят чуть по разные цвета, они собирают эту сумку, да, там может быть этот цвет сейчас у них нет у них, да, они доставят там другой цвет. Но вот эта помадка называется Splash. Она ложится просто вот на губы, как шелк. Вот просто как мягкий шелк. Она цвета, как это говорят, без блеска, да? То есть она матовый оттенок имеет. Там есть, которые с блеском. Я сейчас вам покажу, сейчас я эту сотру. Сейчас я сотру и покажу вам, как она выглядит. Матовый, и она держится. Вот у меня есть девчонки, у меня есть девчонки, которые просто влюбились в эти помады. Говорит, иду на работу с утра. И вот говорит, могу даже не проверять, говорит, никуда ничего не течет, говорит, целый день стоит на губах. Но она не такая, что вы вот так вот целуете, например, руку, да, и она не остается. Нет, она переходит там какой-то цвет. То есть она не full, скажем так, lip stain, то есть она не lip stain, она просто long wear. То есть она хорошо держится на губах, вообще замечательно просто держится. Я сейчас накрашу. Когда вы берете эту помадку, пожалуйста, уберите вот экстра, что есть на этой помадке, вот так вот уберите по кругу. Потому что она очень-очень жирная, насыщенная. И этой помады я не знаю вам, насколько хватит. Но у меня это уже с января. И оно у меня все есть, и есть, и есть. Сейчас, смотрите, как шелк ложится. Так. Я заехала, сейчас вытру. Вот так. И когда вы ее наносите... Возьмите потом салфетку и просто промокните салфеткой, сделайте вот так. У меня сейчас мокрая салфетка, вы на сухую возьмете.
Вот так. И тогда вот это вот, например, экстра жирное, да, что все уходит и просто остается гладкое, такое гладкое покрытие на губах. То есть очень классно. И цвет этот обалденный, девчонки. Я на всех фотографиях с этим цветом, потому что я просто в восторге. Хотела сказать, просто торчу. Называется этот цвет Stubborns. Упрямая. Это точно под меня этот цвет. Итак, дальше. Эта помада тоже идет в этой сумке. Дальше что идет в этой сумке? В этой сумке идет вот такая кисточка Blendable Brush. Очень классная кисточка, чтобы ваши тени как бы растушевывать по кругу особенно, да? То есть не на основу делать, а именно растушевка. Вот эта кисточка тоже идет там. Просто классная кисточка, девчонки, просто иметь кисточку. У меня уже очень много кисточек именно от их фирмы, просто потому что я в восторге. Дальше туда идет айлайнер. У меня Liquid Eyeliner. Вам может быть прийти карандаш. Я еще не уверена, синий цвет, либо черный цвет. Но вот этот черный цвет, очень классно. Он просто как, вот этот, он как, скажем так, фломастер, или как сказать, да? То есть он тоже хорошо, не обращайте внимания на мои глаза. Это я уже сейчас все тут намазюкала. Он хорошо стоит на глазах, то есть очень легко с ним рисовать стрелки. И хорошо стоит на глазах, либо я вот вам покажу на руку, да? Вот я его намажу на руку. Сейчас он подсохнет. И вы увидите, что я не смогу даже стереть его с руки. Вот это тоже идет в этой же сумочке. То есть каждому иной раз может что-то другое прийти. Но это в зависимости, есть ли это у них инстаг или нету. Еще что им идет. Вот такой размер. Это не бронзер. Но вам придет такого размера бронзер. И бронзер вам хватит, я не знаю насколько. Потому что его очень много там. Цвета просто супер. И есть девочки, которые попробовали бронзер. Девчонки, всем привет, кто присоединился. Я с кем я не поздоровалась, а то я тут все лялякую. Вот. А я до этого показывала масочку. Смотрите, то, что я сняла со своего лица, это была маска на моем лице золотого цвета. Вот. А бронзер, и девочки мне говорят, обалденный. Просто вот вообще. Я честно не пробовала. Я заказала, я жду. Вот, но девочки, кто пробовал, сказали супер. Поэтому я передаю и их слова вам, да. То есть бронзер идет тоже в эти $99 в эту сумку. Дальше что сюда идет? Дальше идет вам сюда вот такой набор, вот тональный крем, который я очень всегда рекламирую, показываю вам. Вам идет тональный крем, вот такой тональный крем. Не сам тональный крем, а вот кучу пробничков. И именно цвета, как подобрать себе. Куча будет пробников. Праймер идет. Праймер для лица, который я вам показываю и рассказываю, что праймер просто бомба. Просто сказка праймер. Я такого праймера нигде не пробовала, если честно сказать. Он просто прозрачный. Так, смотрите на карандаш. Смотрите. Он никуда не стирается. Как бы я не терла, он никуда не стирается. То есть он стоит вообще просто супер. Вообще, чем классная эта косметика, девчонки? Вообще, я поняла, почему это юник. Потому что она очень долго держится. То есть, что бы это ни было, даже тушь у меня не waterproof, а она как будто waterproof. То есть, что бы это ни было, косметика именно долго держится. Такой текстуры косметики, как у них, другой больше такой нету. То есть, как мы говорим, аналогов такого нету, то же самое и здесь. Поэтому она юник, она одна такая, да. То есть, делайте, скажем так, ваши выбирайте цвета и будьте именно юник, будьте сами собой, ни на кого не похожим. Вот это их не как бы акцент. Вот такой, скажем так, праймер, он очень, он прозрачный и настолько он мягкий, он, когда вы накладываете на кожу, вся кожа разглаживается, и вы наложите, например, тональный крем, что бы вы ни наносили, это будет стоять на поверхности. То есть праймер не дает проникнуть тональному крему в ваши поры и забить их, и загрязнить их. Этот праймер, получается, что покрывает вашу кожу такой мягкой, как шелковой пленочкой, да, шелковой. И тональный такой же текстуры, как шелк. Просто мягкой, легкой, тонкой текстуры. Когда вы его наносите на лицо, я просто сейчас не хочу уже наносить, потому что я уже крем намазюкала, я уже потом глаза смою и просто уже намажу дальше свои крема на ночь, да. Вот. И получается, что такой же тональный, мягкой, такой тонкой, легкой текстуры и ложится просто, девчонки, просто супер, да. Вот это вам тоже идет праймер и тональный, ваш цвет вы можете выбрать тоже в этой сумке за $99. То есть, правда, $99, и вы получаете просто столько всего в этой сумке, просто вообще супер, да. Дальше что идет в этой сумке у нас? У вас идут еще вот эти пробники, у них новые духи. Там 4 пары духов, да. Мне очень нравятся вот эти фиолетовые духи. И я заказала себе вот это новые духи у них. Они
такой более сладковатый запах, да. Например, я вот эти заказала, но я смотрю, что все-таки мне вот эти больше всех нравятся. А у них вот разные, да. То есть это вам тоже придет, чтобы понюхали вы. Духи стоят $50, как бы недорого, это парфюм. Вот. И духи вы выбирая, можете тоже понюхать и выбрать себе, какие хотите. Дальше что сюда идет? Сюда идет, девчонки, куча, конечно, бумажечек, которые рассказывают вам, как стать здесь successful, да, что и как делать. И куча-куча всех приложений, как бы, скажем так. И еще что сюда шло. У меня его нету, но это будет у вас в сумке. Это будет идти набор такой маленьких помад. Разных цветов, набор вот таких небольших помад туда идет. Кажется, я все сказала, я не забыла, сколько там всего было. Может быть, даже что-то будет, то, что я вам не рассказала, потому что я сумку покупала давно, сейчас сумка обновленная. Я после этого видео опять, девчонки, поставлю именно фотографию сумки, или если вы интересуетесь, вам лично вышлю эту сумку, да, чтобы вы просмотрели, что идет в этой сумке. Но у меня в моей группе Gorgeous You with Diana куча всего есть. Просто вы заходите, и там вот вы спускаетесь по страничке, и там есть куча всего, и все расписано, и все разложено. Если вам что-либо понравилось, если вы хотите, например, купить тушь или помаду, неважно что-либо, если вы не хотите сумку, а просто попробовать, вы просто заходите на линк, который тоже мой линк, заходите туда и просто покупаете. Никакой регистрации, ничего не нужно. Просто заходите, берете себе, пробуете, понравится, решаете, что вы все... У меня есть девочки, которые просто купили сначала тушь. Это было, наверное, месяца два назад. Сейчас они купили сумки, потому что им очень-очень понравилось, да? Просто это выгодно. Если вы думаете, $99, и вот эта вся сумка, все у вас там, понимаете? То есть там, ну, все туда приходит. То, что вот, например, необходимо для начала попробовать, начать вам, посмотреть на эту косметику, да, скажем так, у вас все там будет. Поэтому, девочки, думайте, если вам что-то понравилось, если вы хотели бы просто попробовать, либо у вас есть какие-то вопросы, вопросов много. Те, кто хотел бы зарабатывать, хотел бы иметь какой-то... Потому что очень классно, вот, например, я не работаю, очень классно, я сижу дома, девочки, я, например, была месяц на Гавайях. И вот этот месяц я практически всегда все там кофе, сладкое покупала на свои деньги, скажем так, с этой карточки Unique, потому что вам еще придет карточка Unique, те, кто будет работать, да? Потому что любая продажа, которая идет здесь, через 3 часа у вас денежки на аккаунте уже, на этой карточке, да? То есть, девочки, кто хотел бы работать, подумайте, скажите, если вы интересуетесь, я вам расскажу, все на блюдечке поднесу и расскажу, как это делать, да? Если вы хотите просто сумку, просто заходите ко мне на линк Join Now, я даже сейчас, наверное, линк оставлю под моим, именно над видео, именно где написано Join Now или там Register Now, что-то такое, да? Заходите, просто регистрируйте эту сумку, и просто она вам приходит с кучей-кучей, скажем так, суперских вообще продуктов, да. Все, девчонки, сейчас я набрызгаю напоследок еще свою Rose Water, потому что я от нее в восторге, это витаминки для вашего лица, обалденная штучка, витаминочки, упругость, успокаивает лицо, на ночь вообще супер, и на ночь, и перед косметикой, перед всем. Я всегда хочу очень много сказать, и всегда получается, что очень много времени я занимаю, очень много болтаю, очень много надоедаю. Поэтому я сейчас буду заканчивать видео. Может быть, после этого видео я бы сделала, чисто показала, как заходить и где регистрироваться, да, но я сейчас подумаю, посмотрю, как это у меня получится, да. Но на данный момент, девчонки, если вам понравилось, делайте шер этому видео, чтобы больше девочек видело это, да. Если вам нравится какая-либо косметика, вы хотели бы чисто это приобрести, вы не знаете как, дайте мне знать, я вам подскажу. Если вы хотите сумку за $99, просто нажимаете register now, join now, и вы покупаете себе эту сумку. То есть опций очень много. И что очень важно, опять я напоминаю, с этой сумкой у вас идет сразу $20 ваши. Вам дают кредит $20, который не expired целый год. За целый год вы еще что-то можете себе купить. И каждый раз какие-то промоушены, что-то есть, даже если вы не работаете, просто купили сумку, это уже ваше. То есть это уже, например, сейчас... Вышла вот эта золотая маска, новая маска, да, она же не была, это новая золотая маска. Все, кто смог ее купить, это чисто те, кто именно подписаны, да, за $99. То есть мои подружки, которые вообще не работают, они говорят, такие довольны, мы не работаем, но у нас есть шанс, у нас есть возможность приобрести это первыми. То есть все, что выходит там новое, если вы уже там подписаны, это вы получаете первыми, да, то есть очень-очень классно. Все, девчонки, я буду заканчивать, не буду вам надоедать. Сейчас я могу улыбаться, ничего мне
не стягивает. Все, всем хорошей, спокойной ночи. Я не знаю, когда лягу спать, но мы еще очень много раз увидимся. Я никуда не исчезаю, не пропадаю. Мне очень интересно с вами проводить время. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. И все, кто только присоединился, первый раз меня увидел. Меня зовут Диана. И всем спокойной ночи. Пока!